к началу нашего маршрута. Мы идем по дорожке в лесной сказке и собрались пройти, попытаться до вековой сосны. Сейчас минус 15 градусов где-то. В Белокурихе был иней, а здесь его что-то нету. Продолжаем идти по дорожке. Прошли уже наш первый спуск, как в прошлый раз мы спускались. Идем дальше. По следам слонопотама. Вот сейчас мы начинаем подъем к вековой сосне. Прошли больше 4 километров от сказки. И тропа пошла вверх. Мы сюда еще не ходили никогда. Шли-шли, вышли на какую-то смотровую площадку. Но нам еще подниматься вверх. Ну, куда-то туда. Ну, вот это вот такой камень тут сразу после подъема. Надо либо сразу левее забирать перед ним, вон там, по той дорожке. Либо вот пройти по этой, но сразу там вот его даже видно. Дерево, береза поломанная. Вот там поворачивать налево. Ни в коем случае не идти прямо вот по этой тропе туда дальше. Так к сосне не выйдешь. Там будет указатель, сразу по нему свернуть. Да, влево. Да, трейл майский. Сворачиваем влево. Ну, не знаю, видно или нет сияющие льдинки. Глазами просто все сверкает. Ну, птичка летит маленькая такая. Ворона называется. Ох, а тут-то какие льдинки надо сфотать. Вот, мы поднялись более-менее как-то наверх. И тут поляна сверкающих льдинками кустов. Здесь был туман. А там около лесной сказки ничего не было такого. Сейчас пойдем вот туда по тропе. Мы все еще идем и ищем вековую сосну. Немного заблудились. Идем дальше. Должны где-то выйти. Уже по моим представлениям. Мы все идем. Непонятно, когда придем. И вот мы выходим из темного леса. И мы ее нашли. Это сосна. Мы зашли к ней. Совсем с непривычной стороны. Вот она. Это же она? Или это не она? Мы пошли назад. Сквозь еловый лес. Вот мы идем уже вниз пошли. От камня приметного. Идем вниз. Будем спускаться к речке Белокурихи. А потом свернем налево и пойдем к лесной сказке. Там где-то 4,5 километра от этого спуска. Спуск очень удобный. Серпантином таким сделан дорожка, что одно удовольствие тут ходить. Спуск, наверное, не знаю, ну километр, может чуть больше. Тоже ближе к низу, красивая скала такая. Спускаемся. Так, здесь маленько скользко, какой-то ручеек. А так вообще тропа совсем не скользкая. Там уже внизу видно речку Белокуриху. Там такие турбулентные структуры подо льдом. Прямо завихрение. След турбулентный. Продолжаем возвращаться к лесной сказке вдоль речки Белокуриха.